нашему молодому таланту. Который собирается убегать. Да, чтобы она не убежала, мы ее вне очереди. А Оля, Сашенька, пожалуйста, прочти нам. Мы очень рады послушать твои новые стихотворения. Да, конечно. Когда горят свечи, громче. Когда мой голос вдруг окажется ненужен, а вместе с ним мой стих, мой взгляд, моя печаль, я при одной свече себе устрою ужин. Мне легче горевать, когда горит свеча, когда все хоть на миг, но обо мне забудут. Когда останусь я наедине с собой, и тени на стене плясать и прыгать будут, гонимые моей единственной свечой. Тогда из темноты на этот свет прекрасный мне явятся мечты давно ушедших дней. И силой красоты опять в свой круг опасный, быть может, повлекут прочь от беды моей. А после, может быть, придет злодейка память о тех, кого любить я буду много лет. И тех, кого уж нет, кого пришлось оставить, и горек будет мне печально, да-да-да. И будто бы в борьбе с отчаянным недугом я с памятью в борьбе, к несчастью, вспомню вас, мой друг, что никогда уже не стал мне другом. Мой друг, что другом был и предал сотни раз. И вот уже в ночи мне гостем станет слово, печаль прогонит прочь и защитит от зла. И догорит свеча, и жизнь начнется снова, как огонек свечи, прекрасный и светлый. Это написано и тобой, то, что ты чувствуешь. Спасибо.